нас так сложилось, что вот мы только поем песни. Пишут их обычно люди другие. И вот один из поэтов, один из авторов, я не побоюсь этого слова, великих песен, Михаил Богуславский, город Челябинск. Мы по фене уверенно ботаем, а по-русски и не говорим. Говорят, что мы где-то работаем, говорят, что мы нечто творим, что крутые у нас увлечения, что в душе мы не полное чмо. Мы не плаваем против течения, нас несет по нему, как дерьмо. Мы пивко тянем смачно и суетно, сигареты нещадно смолим. Мы во все споры входим, но судьями. Мы над схваткой спокойно стоим. Обожаем дубовые венечки, пухлый шлюп под крутой самогон. Нам все в жизни до фении, до фенечки, кроме лично себя самого. И в заключение первое посвящение Виктору Кузьменко. У меня два посвящения. Вот сегодня первое. Завтра, если дадут время, будет второе посвящение Кузьменко. Значит, Виктор Кузьменко работает на очень тяжелой работе. Он работает на радио. На радио люди, на современном радио, не выговаривают примерно 13 букв из 23. Так вот, чтобы у него люди выговаривали, я попросил себя для него написать несколько вещей на звуки. Вот для этого первое посвящение Виктору Кузьменко на звуки «С» и «Т». «Я встретил смерть свою серьезно и достойно, в постели собственной, не пьяной, на полу. Лишь только руки терпеливо, беспокойно тянулись к твоему томящему теплу. Страх в страхе отступил, печаль с тоской отсталась. На страже встав, еще метущейся души, рассудка тихий смех, что стерва отлеталась, считать пришла пора без носой баруши. Спасибо.